Стали известны подробности строительства в Мурманске кафедрального собора. Непосредственные работы на пустыре в районе улицы Буркова еще не стартовали. Пока что инициатива находится на проектной стадии. Мы приобретем не просто церковь. Это будет такая мощная точка притяжения и для горожан, и для туристов, потому что он будет в себе вмещать не только церковь. Там предусмотрен музей, там будет православное кафе, там будет досуговый центр для обучения молодежи. То есть там целый перечень. Тоже кафе будет ориентировано на календарь православных праздников и посты. Люди, незнакомые с правилами, смогут максимально просто приобщиться к ним. Как такой комплекс будет выглядеть, пока неизвестно, но визуализацию будущего собора в епархии обязательно представят на суд жители города, которые, к слову, далеко не единогласно одобряют строительство духовного центра. Многие считают, что на Буркова уместнее смотрелся бы парк аттракционов, который был на этой территории в советское время. По мнению священнослужителей, создание на месте бывшего кладбища, жертв интервенции, развлекательных комплексов – кощунство. А вот церкви принято ставить рядом с погостами. Рано говорить и о сроках начала и завершения строительства, отмечают в епархии. В этом деле очень много нюансов, но главное – это стремление начать.